Сегодня 22 февраля 2017 года, и ровно три года назад с Натальей Дальчем мы пообщались по скайпу. Должны были 30 минут, а почти 2,5 часа проговорили. И тогда я задал вопрос Наталье Дальче: хорошо, построим 50 миллионов километров дорог, а что дальше, Наталья Дальче, какие мечты? И Наталья Дальше рассказал про космос, я вообще был, я ночь не спал тогда. А я писал же книги, я вообще так думаю, обалдеть, это же вообще идея. Кстати, мы работаем над космической программой. Работа-то идет. Мы даже проработали жилища, дома в космосе на орбите, где будут земные условия. Илон Маск предлагает на Марс и жить под землей, под марсианской землей в скафандрах. А у нас можно жить в космосе, где будут цветы, деревья, и будут вот как вон стоять. Там будет та же... Весомость. Весомость будет. Весомость, да, которую можно регулировать. Больше, меньше. Можно не как земную, можно меньше, как на Луне, допустим. Поэтому мы над этим тоже работаем. И это все реально. Сферический, кольцеобразный город, да? Ну, как вариант, там есть еще и другие. Когда вы водили экскурсию. Да. Летом. Так вот, за три года сделана просто невероятная работа, ну просто сумасшедшая, я считаю, что... За вычетом больше года Литвы. Да. Год потерян. Литва потерян. Поэтому на самом деле меньше, чем три года. То есть два года фактически работы? Нет, где же мы начали работать в сентябре? Ну, в августе, 15-го года. В июле 15-го. Нет, тогда это было просто, ну, капсулу копать это не работа. Уже в августе начали рыть, я помню. Мы в сентябре начали рыть, в сентябре, да. 15-го. Поэтому прошло полтора года. Полтора года. Юнибайк ездит, сейчас вот, может, мне удастся прокатиться. Грязи много там, а там кожаный этот самый пол. Нет, подробности не говори. Ну да. Так вот, естественно, где стройка, да, и земля. 12. Просто не хочется вымазывать Юнибайк, он красивый сильно. И очень много сделано. И тут мы узнали еще, что оказывается 4 плюс дорога, которая уже это вот 4. Серия 4, да, или как правильно сказать? Ну, поколение. Поколение, четвертое поколение струнных технологий, а есть уже 4 плюс разработано. Да, разработано, да, вот тогда. Скоростной участок мы будем делать по этой технологии. По этой технологии. До 1200 км в час, да? Нет, это... Это другая? Нет, это там фурвакуумная труба, мы тоже работаем. Нет, это на воздухе. На воздухе более 600 км в час, нет смысла. Да. Это слишком будет дорого, и большие будут аэродинамические потери, много топлива, энергии тратить. А надо уходить в фурвакуум, то есть в разряженную атмосферу, в трубу. Что получает скорость порядка 1000 км в час выше. Так что, дорогие друзья, инвесторы, все, кто нас поддержал просто морально, кто поддержал нас чуть-чуть там финансово или поддерживает активно, всем вам большая благодарность от Натальи Дальчи, от меня, потому что, здорово. Благодаря вам вся работа, собственно, ведет. Да. И сейчас последние новости вы уже слышали, что Индия почти на миллиард долларов заключен контракт именно в Индии. Арабские Эмираты тоже уже, вот завтра, послезавтра арабы приезжают сюда, там сумма тоже за миллиард зашкаливает. Так что, ребята, давайте, расскажите еще людям, чтобы они имели такую уникальную возможность. Ну, а мы делаем все, что от нас, как говорится. Вот Анатолий Дальевич в Индии был, так до 5 утра не спал, контракты все это делали, вычитывали. Так что, видите, работает сутками. Хотя Анатолий Дальевич старше меня на 20 лет чем-то. Да, переговоры там и в Дубае проводили выходные. Они же в них рабочие. У них по-другому там. Да, поэтому у них, да, у нас выходной, но его не было, потому что мы в воскресенье провели переговоры и вот получили договоренность на совместную работу, создание совместной компании, на реализацию ряда проектов, и на их финансирование, с арабской стороны. Там тоже первый проект где-то на 1,5 миллиарда долларов. Он в работе сейчас. Так что, ребят, я, честно говорю, кайфую от того, что мы делаем. Вот мне нравится. Я в последнее время сейчас с Дальнего Востока прилетел, Москва, сейчас Минск встречаться будем с теми всеми, кто хочет больше узнать об этом. Вот когда ты делаешь работу, которая тебе нравится,
у тебя силы есть, энергия есть. Я помню Анатолия Дарьевича тогда, и за 3 года, вот мне кажется, он помолодел. Потому что занимается любимым делом, в творческом дело потоке любимое. Находится. Дело очень полезное. Да, дело полезное, которое не только вам нужно, всем людям на планете, представляете. Так что присоединяйтесь к нам, несите вот это вот слово Skyway, строй Skyway, спасай планету. А потрескивает костер. Да, да, да. Вот там костерчик у нас. Тепло у него. Ну и на этом мы закончим.